Присоединяйтесь и участвуйте в новых форматах «Бессмертного полка». Празднично оформить портрет можно на сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru. Прикрепите портрет ветерана на заднее стекло автомобиля или разместите его на одежде, а 9 мая замените свой аватар в социальных сетях на портрет героя вашей семьи. Пусть в День Победы наши герои будут с нами.